Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ «Полдень». Полдневный жар, ослепительный блеск неподвижного желтого пруда и его желтых глинистых берегов. Пригнали стадо на обеденный отдых. Коровы залезли во хвости пруда, стоят в воде по брюхо. Рядом радостный визг, крик, хохот, раздеваются и бросаются в воду девки. Одна через голову сорвала с себя серую замашную рубаху и кинулась так дико, что я тотчас вспомнил Нубию, черноволоса и очень смугла телом, груди, как две темных тугих груши. 1930 год.